привет. Сегодня 5 октября. Приехал на вечерку. Всегда охотился на редежах, но сейчас вышел ближе к озеру. Пришла уточка у нас. Много гоголя серой и проскакивает кряква. Но одна проблема в том, что идет высоко на кислороде. Вот, и потом на срезе камыша, мне практически вертикальная посадка на озеро. Вот сейчас постою, может темнеть начнет, что-то придет. Ну вот пока стоял, налетела вот такая дичь. Ну это как обычно, мои любимые черочки. Двух штучек взял. Ружьишко мое, как обычно, МР-153. И мой любимый Прогресс 0.25. Патроны использую самозаряд. Шестерочка. Порох Ирбис. ПЖДВП. То есть бесконтейнерный. Ну вот тут вот такие вот редежи, это за спиной. А впереди у меня озеро. Вот утка проходит много, вот стреляют. Стрелять начали. Ну вот. Будем надеяться, что сегодня поохочусь. Ну, по крайней мере, уже съездил хоть не зря. Два черочка есть. А это дичь все-таки. Ну все, всем пока. Ну вот как-то вот так. Вот они, три серых. И одна красотулечка. Кряква, это первая. Подсела. Чучелам и бах, есть. Потом три налета. Вот как-то вот так. Что-то, бля, сейчас пойдет вечерка, но я что-то подзамерз сегодня. Уже, наверное, часа около трех, наверное. Тишина вообще страшная прям. Не стал ждать. Дожидаться, пока вообще окоченею. Все, поеду домой. Хватит. Вот так, друзья, на 35 метров, приблизительно плюс-минус, прилетела у крикашей счёка прогресс. Очень сильно. Здорово, ребята, с полем меня. Посмотрите, какой здоровый, мощный такой селезень и кряква с подхода на речке добыл. Вчера, позавчера, еще раньше вы в курсе были. Я крутил в Джеймине 0.38. Ни хрена не мог попасть, если попал, то одни подранки. Сегодня накрутил 0.25 прогресс. А первый выстрел, второй выстрел, сразу насмерть. Метров с 35-40. В том конце они сидели. Как поднялись, сразу два выстрела, сразу легли. Так что, ребята, прогресс рулит, хотите вы этого или нет. Ну, прогресс — это хорошая штука. Всем привет, братва. Не усидел дома опять, выходной. Короче, полетел. Домашние дела отложил. Полетел на свое место, установил. Два чучела, пока два. Вон крякаши. Вон вторая. Ну ничего, вчера садились на него. То есть притормаживались. Нахожусь на помосте, вот на таком, с корешком сделали, вот, и нормально вокруг, вот полностью вокруг все камышом, то есть нас со всех сторон не видно. Тут где на чистовод чуть-чуть подломали, все пучком. Пособирал гильзы вчерашние, лупили. Вот концентрация Серегиных гильз и мой азот. Ну, где-то еще там, в ту сторону у меня отлетали. Вот, такие вот дела. Как всегда. Не, пока еще не приваренный чок 0.25. Ух, вещь. Не нарадуюсь. Ну все, ладно. Будем начинать. Пока тихо. Одна пролетела и все. Подъезжал, правда, вставала две стайки. С той стороны. Ну, будем ждать. Пока еще. Даже не обед. Рано еще.
Ну вот, братва, как-то вот так вот сегодня. Как-то вот так. Две серых. Их я взял, наверное, за час после того, как зашел. И все. И считаю, до пяти стоял, блядь. Что-то тишина. Кое-где там взлетало. Здорово были. Вот стреляли. Азот Сибирь. Азот Сибирь. Пятерка. 30 метров. 30 метров. Тут 100 листов. Скручено скотчем. Ну, стрелял Женек. Да. Вот. Вот. Иди, да. Дыра. И вот пробита. Через скотч.